Социальный проект «Сочный дворик» продолжает шагать по Беларуси. Теперь он в Бресте. 4 комплекса были развернуты в нескольких районах. По улицам Вульковской и Дворникова, Янки Купалы и Советской Конституции. И один на площадке в парке культуры и отдыха 1 мая. Торжественное открытие детского городка творческая группа бренда «Сочный» сделала в формате большого праздника. Конкурсы, хороводы, песни и, конечно же, вкусные и полезные угощения ждали самых маленьких посетителей. Я уверен, что это станет прекрасным, замечательным началом такого хорошего, на мой взгляд, сотрудничества бизнеса и городских властей и нашего коммунального хозяйства. В любом случае, все, что делается сегодня, в том числе и это мероприятие, которое сегодня проходит, это все для брестчан, это ради брестчан. Все вместе к тысячелетию города Бреста. С праздником вас! Суть проекта «Сочный дворик» такова. Участники присылали на сайт сочныйдворик.бел заявки, в которых аргументировали, почему комплексы должны появиться в их дворах. К слову, только из Бреста поступило более 200 заявок. Креативные участники направляли в столицу рисунки, фото, стихи, снимали видео и даже организовывали настоящий флешмоб. Как результат, в областном центре появились яркие спортивные комплексы, где малыши смогут не только играть, но и заниматься спортом. Сегодня мы присутствуем на празднике открытия комплекса «Сочный» в парке. Также еще 4 комплекса установлены в двора города Бреста. Комплекс представляет собой вот такой вот мультикомплекс, состоящий из горки, ребята, колец, рукохода, в общем, всего того, что нужно малышам для того, чтобы развиваться физически, а также еще качели с мягким резиновым сиденьем безопасным. Сочный. Мы очень долго совместно с производителем вот этих вот комплексов, это, кстати, белорусский производитель, он специализируется на изготовлении экологичных комплексов, здесь все полностью сделано из дерева, мы очень долго разрабатывали специально такую форму, такой формат, чтобы захватить все возможности активности, то есть и покататься, и полазить, и для деток постарше, и помладше. В общем, действительно очень многофункциональная такая вещь получилась. Вот это очень важно, конечно, потому что дети разные, возрастные. Если до годика детей никуда на аттракционы не пустить, то здесь можно спокойно походить, погулять, пока старший ребенок где-то на каком-то аттракционе катается, то с папой, либо с мамой, ну, неважно. Второй родитель будет с ребенком здесь и спокойно, и вот и все вышли, погуляли и отдохнули, а с другой стороны получается, что и все на месте, и все заняты по своему каком-то деле. Авторы интересных заявок, которые, к сожалению, не вошли в число победителей, в рамках праздника были награждены вкусными подарками от Сочного. Главная цель, которую ставили перед собой организаторы праздника, достигнута. Мамы и папы всей страны в очередной раз убедились в том, что творческое начало и инициатива могут быть только в доме, где живет любовь.